находимся на дегустации винного салона «Браво Трейд», близко к центру международной торговли, Мекке торговых путей. Пробуем прекрасные вина, в частности, представлены вина из Испании. У меня в бокале вино из региона Хумилия, уникальный ассамбляж сам по себе, вызывает множество воспоминаний, звучит так, как Монастрель, Сера, Тивердо и Каберне Совиньон в неизвестном, соответственно, процентном соотношении. Но что хотелось бы сказать об этом вине? Несмотря на то, что оно, казалось бы, простым, оно многогранное, оно, соответственно, запоминающееся, и его хочется повторить. Это главное в вине. Будьте с вином, и вино вас не забудет. Всем привет!